Кишинев обязан обеспечить приднестровцам с молдавскими паспортами возможность беспрепятственно и безопасно проголосовать на выборах 20 октября. Об этом написано в обращении, которое озвучила приднестровская делегация Объединенной контрольной комиссии. В тексте обращения также отмечено, что во время прошлых выборов было немало случаев, когда транспорт, в котором ехали жители Приднестровья, блокировали на молдавской территории, а людей провоцировали в очереди на избирательном участке. Участие в этих действиях принимали как националисты, так и действующие политики Молдовы. Некоторые из них сейчас занимают высокие должности в кишиневских кабинетах. Наша делегация отметила, что Тирасполь выступает за сотрудничество и за то, чтобы голосование в Молдове прошло без эксцессов. Мы тоже готовы к данному сотрудничеству, к свободе передвижения людей в зоне безопасности, к открытости во всех этих моментах, недопущение эскалации напряженности и реагирования на все те, значит, аспекты, которые могут относиться к компетенции Объединенной контрольной комиссии. В воскресенье в населенных пунктах, находящихся под контролем Молдовы, откроется 30 избирательных участков, куда могут приехать и приднестровцы. Почти все они находятся в зоне безопасности. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков заявил, что 20 октября миротворцы будут нести службу в обычном режиме. То же самое касается и приднестровских милиционеров.